товарищ Басурин, товарищ Захарченко, такая просьба к вам. Например, наш враг занимается сейчас очень активно боевой подготовкой личного состава. У нас этого не ведется. И почему такие вот выходят результаты? Надо вести боевую подготовку. Строевая никому здесь сейчас не нужна. Мы приехали сюда воевать и отбивать полностью Донецкую область, потому что вот это у меня как бы было в планах. А вот в последнее время начинаю в этом разочаровываться, потому что здесь люди перестают заниматься войной, я начинаю заниматься бизнесом, а бизнес сейчас неуместен. Сейчас у нас еще война в полном разгаре, ее даже еще полностью не начиналась. У них народ подготовлен, а у нас подготовок не ведется. Прошу вас, большая просьба, подготавливайте личный состав, потому что здесь очень много пацанов, которые реально теряются, у них случаются стопоры. А стопоры, вы сами знаете, что это далеко не доведет такое. Большая просьба, начинайте подготавливать личный состав. Это очень-очень нужно здесь всем. Всем это нужно. Без этого мы не победим войну эту. А мы хотим же эту войну победить. Хотим же область забрать. Вот это вот все у меня. Спасибо.